Всем привет! Сегодня бы я хотел рассказать про вот такую вот интересную колоночку в Honor. Она пришла прям помимо пакета, который магазинный транспортировочный, она пришла еще завернутая в вот такой вот тоненький пакетик. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит футуристически. Такой интересной коробке. Коробка в некоторых моментах немножко примялась, но не критично, чтобы расстраиваться по этому поводу. Поэтому мы вот так немножко открываем колоночку. Скажу честно, я ее уже посмотрел, но для распаковки упаковал обратно в коробку. Итак, инструкция на китайском. С обратной стороны тоже на китайском. Далее идет вот такая вот защитная штучка, и в ней уже коробка с коробкой. Причем, вот видите, в углу здесь такой срез, и там хранится у нас кабелечек. Ну, давайте по порядку достаем саму колоночку. Вот так выглядит кузов, в который он находился, чтобы ничего не повредилось. Ну, отличное решение. Ну и сам зарядный кабелечек, коротенький, микро USB на USB. Тоненький, но качество довольно-таки неплохое. Вот такой вот он маленький. Отлично. Смотрим на нашу колонку. Вид у нее очень футуристичный такой, ну, прикольно сделан. Вот, видите? Круто. Сверху вот это вот стекло такое, ну оно как пластик, покрыто пластиком, и сенсорные кнопки. Три вот здесь у нас колонка, и видно, нет, ходит динамик, то есть, ну, прикольно. Спереди надпись Honor. С задней стороны у нас вход для micro USB, и, я так понимаю, кнопка сброса. Снизу у нас кнопка включения, давайте переверну, вот Honor написано, 5 вольт 1 ампер и кнопка включения. Также у нас есть здесь голограмма, и давайте включать. Вот так вот, и загорелся. Сейчас он у нас пытается найти наш телефон. Громкость громче, тише, и давайте посмотрим, возьмем у нас Axon 7. Сразу, я не успел подключить, он сразу законнектился, видите? Давайте посмотрим, как он определился. Определился он Huawei AM08. Подключен, кроме HSP, HFP. В общем, как-то так. Можно поменять название, профили и обмен контактами. Ну, зачем в колонке обмен контактами? В общем, теперь она у нас подключена, и здесь у нас снизу такой вот горит красненький свет, видите? Давайте включим что-нибудь, послушаем. Сенсорной кнопки, перемотки нет, здесь только переключить на следующий трек. Давайте громче. Это максимальная громкость, не знаю, слышно будет, нет, там, когда на максимум, на максимальной громкости, он пикает, так тихонько пикает, что типа у вас максимум, что можете не давить дальше. Thank you.
сделал тише и играет довольно-таки хорошо, объемно. Это я включал треки из игр. И теперь хочу проверить, как же переключается вперед-назад, правильно ли переключаются сенсорные кнопки. То есть, ну, кнопки управления переключения. Почему-то не сразу они сработали у меня сейчас. Переключают правильно. То есть вперед это вперед, назад это назад. Но почему-то они срабатывают не с первого раза. То есть то с первого, то не с первого. Ну и давайте послушаем какую-нибудь другую песенку. Берегу прибитым, да, письмом в этой бутылке ряд и почерк размытый, Саш. Моя муза гранд-гранд, гострайтер, бармен. Такой вот нетрезвый недопай. Я слаба, как Джесси Пупен. Вдохновение не помогает, если твой... Послушали, как она звучит. На ней звучит довольно-таки отлично. Мне очень нравится, как она звучит. Но она звучит немного, как мне показалось, немного тише, чем колонка Xiaomi. Вот такая вот. Давайте для сравнения посмотрим, как они выглядят. Вот две по габаритам. То есть она занимает вот так, но... Вот, играет немного тише, чем колонка Xiaomi, но мне очень понравился звук, и для комнаты этого звука более чем достаточно. Плюс она очень стильно, красиво выглядит, если ее поставить на столе. По батарее. Батарея здесь 700 мАч, и хватит этого на проигрывание чуть меньше 4 часов, то есть где-то 3 часа 40 минут. Если на максимальной громкости, то я думаю, там, ну, около 3 часов, может 3.20 будет работать. Но колонку я не позиционирую как колонку для отдыха на природе, потому что она, во-первых, выглядит так, во-вторых, на природе туда набьется всякого хлама, потому что она вот именно так выглядит. Это более комнатный вариант для офиса, для либо в комнате для себя, для квартиры, вот допустим, как я перед монитором использую колонку Xiaomi, то есть теперь можно использовать эту, либо подключить ее к ноутбуку рядом поставить для того, чтобы усилить звук, либо как дополнительный динамик телевизора можно использовать. Но на максимальной громкости я заметил небольшую хрипотцу. Колонка довольно-таки крутая, очень прикольная, мне понравилась очень. Я буду с ней с удовольствием пользоваться. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!